спрашивает: здравствуйте, будет ли продление коронавирусных каникул в нашей области? Далее. Основываясь на тех данных, которые я только что озвучил, мы приняли решение с понедельника, 8 ноября, выйти в обычный, стандартный режим работы всех предприятий и организаций Вологодской области в режиме офлайн, но с жестким соблюдением коронавирусных мер и коронавирусных ограничений в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это прежде всего масочный режим, это социальное разобщение, это дезинфекция. Это меры для недопущения на работу с признаками заболевания ОРВИ и гриппа. Это, конечно же, дистанционный режим работы наших ветеранов 60+, которые должны работать в дистанционном режиме. Наши дорогие ветераны и пенсионеры, которые не привились и не переболели, должны остаться дома для того, чтобы не подхватить эту заразу. Все эти решения были приняты до введения в соответствии с указом президента нерабочих дней. И все эти ограничения будут продолжены, в том числе QR-коды, для работы наших предприятий и организаций, начиная с 8 ноября этого года. Мы переходим в режим рабочих дней всей экономики и социальной сферы Вологодской области.